Сначала мы делаем прямую проекцию. Исследование получается 4. Сначала мы кладем правую грудь. Зажимаем. И идем делать снимочек. Проводит обследование в Новоульяновской городской больнице на новом маммографе. Это устройство для диагностики молочных желез. Ранее за процедуры женщинам и девушкам приходилось ехать в областной центр. Все-таки обследоваться нужно регулярно. Это предотвратит развитие патологии на ранней стадии. Новый аппарат цифровой, удобный в использовании. Опробовать его мощности в здравнице успели уже на нескольких сотнях пациентах. Своевременно эти исследования делать надо. Почему? Потому что есть выявляемые патологии, и, конечно же, если это онкология, то ее легче начать лечить на ранних стадиях. А когда уже более запущенные, потому что были такие случаи, когда мы даже на флюорографе выявляли это все дело, когда у нас не было маммографа, когда уже поздно, это поздно. Маммограф купили в июне этого года по национальному проекту здравоохранения. С тех пор на нем проходят обследования не только жители Новоульяновска, но и Сенгилея и Теренги. Для них прием организовали в отдельные дни. Это значительно сократило время ожидания в очереди. Для нас это своего рода прорыв, потому что жители Новоульяновска могут проходить на нем образование. Оборудование хорошее, приобретено было за 12 миллионов рублей. Сейчас полностью пройдены все процедуры лицензирования. Специалистам больницы организовали переподготовку для работы на новом аппарате. И все ради одной задачи – сделать все, чтобы сохранить здоровье ульяновцев. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.